Здравствуйте, друзья! И в этом видео мы рассмотрим масштабную модель полуприцепа контейнеровоза МАЗ-93-89-20 в масштабе 1 к 43 от производителя «Автоистория». И в этом году под брендом «Автоистория» вышло довольно большое количество полуприцепов именно Минского автозавода, и у коллекционеров появилась хорошая возможность сделать различные сцепки, используя полуприцепы от «Автоистории» и сидельные тягачи как от «Автоистории», так и от других производителей. И данная модель полуприцепа мне очень понравилась, она выполнена на довольно хорошем уровне, и серийно до «Автоистории» такой полуприцеп никто не предлагал. Были мелкие мастерские, которые делали эти полуприцепы в единичных экземплярах. Также аналогичный полуприцеп продавался в виде набора для самостоятельной сборки. Там был комплект из металлических деталей, но, честно сказать, качество исполнения было довольно низким, полуприцеп был сделан довольно примитивно и стоил в два раза дороже, чем готовое изделие от «Автоистории». И такой полуприцеп вы могли уже видеть в сцепке с сидельным тягачом МАЗ-64-22 под брендом Start Scale Models. Единственное отличие заключалось в контейнерах серого цвета. Других отличий я не нашел, и поэтому я не стал покупать сцепку с сидельным тягачом МАЗ от Start Scale Models. Здесь полуприцеп представлен с контейнерами зеленого цвета, и если вам не нравятся эти контейнеры, то вы можете приобрести контейнеры отдельно. Они продаются под брендом «Автомобиль в деталях». Контейнеры есть как в неокрашенном виде, так в коричневом цвете и в варианте «Морфлот». И, возможно, я приобрету себе два контейнера именно в варианте «Морфлот». Я сделал сцепку с сидельным тягачом МАЗ-64-22 с ранней кабиной. Вы можете сделать сцепку с тем тягачом, который есть в вашей коллекции. И давайте рассмотрим данный полуприцеп более подробно. Контейнеры выполнены из пластика, они съемные. Видите, собраны довольно аккуратно, хорошо покрашены. Есть логотипы, они нанесены также довольно аккуратно. Видите, есть имитация задних створок дверей, замков. Все это выполнено на довольно хорошем уровне. Ну и контейнеры очень легкие. Один контейнер, вот второй контейнер. В принципе, они выполнены идентично. Вы можете докупить другие контейнеры, сделать, скажем так, сцепку с другими контейнерами. И давайте рассмотрим сам полуприцеп. Рама полуприцепа выполнена из металла. Видите, довольно много навесных элементов. Есть имитация запасного колеса, имитация выдвижных опор, имитация боковых отбойников. Есть подкрылки, видите. Также хорошо проработаны колесные диски, есть сквозные отверстия. Покрышки устанавливаются аналогичные, которые вы можете встретить на сидельных тягачах от «Автоистории». Это покрышка И-68А. Есть имитация задних фонарей. Видите, обозначены сектора поворотников, сектора заднего хода. Ну и довольно хорошо сделана подвеска данного полуприцепа, видите. Единственное, на моем полуприцепе одна тяга оборвалась. Она у меня есть в наличии, я потом ее приклею. Но это не так страшно. Вот такой замечательный полуприцеп, как видите, несмотря на то, что конструкция полуприцепа довольно простая, он выполнен на довольно хорошем уровне. И сейчас я вам покажу, как этот полуприцеп может смотреться с другими сидельными тягачами. Например, с сидельным тягачом МАЗ-54-32 от «Автоистории». Видите, это сидельный тягач с зеленой кабиной. Он тоже подходит по цвету к данному полуприцепу-контейнеровозу. В принципе, вот так будет выглядеть эта сцепка с сидельным тягачом МАЗ-54-32. Тоже смотрится довольно хорошо, подходит по цвету. И если у вас нету МАЗ-64-22, вы можете сделать сцепку с таким сидельным тягачом. И также вам покажу сцепку с сидельным тягачом МАЗ-54-32 с более поздней кабиной. Потому что многие коллекционеры купили сначала сидельные тягачи, а потом не знали, к чему их зацепить. Но тоже получается довольно хорошая сцепка, и теоретически этот полуприцеп можно установить с более современными сидельными тягачами, также с сидельными тягачами от нашего автопрома. Единственное, что вам надо будет сделать, если вы будете использовать сидельный тягач от нашего автопрома, это рассверлить отверстие в седле, потому что у нашего автопрома отверстия в седлах меньшего диаметра, чем шкворень на полуприцепах от «Автоистории». Но я ставлю сцепку с сидельным тягачом МАЗ-64-22 с кабиной голубого цвета. Мне такой вариант больше всего понравился. В принципе, видите,
полуприцеп смотрится очень органично с данным сидельным тягачом. Спасибо за внимание. Это был небольшой видеообзор полуприцепа контейнеровоза МАЗ-938920. Советую вам приобрести эту масштабную модель. Она стоит своих денег, выполнена очень аккуратно. И, в принципе, аналогов лучшего качества за эту цену вы просто не найдете. Всем пока, до новых встреч и увидимся в следующих видеообзорах.